Оп, микрофон. Ой, привет всем. Соскучились? А мы нет. Ведь мы целый месяц готовились к выпуску этой передачи. Так что смотрите, что из этого получилось. Как всегда, программу открывает рубрика «Тет-а-тет». И наш сегодняшний гость – Николай Викторович Пуканцев, владелец магазина «Люкс». Николай Викторович, мой первый вопрос. Вот сейчас молодежь идет в предпринимательство, чтобы заработать кругленькую сумму. Что натолкнуло вас начать свой бизнес? В начале 90-х годов, 94-й год примерно, когда вся у нас промышленная, все заводы начали шататься потихоньку. И уже в то время задумывались, или работать дальше на предприятии и получать зарплату, сколько тебе платят, или кормить свою семью самому. Николай Викторович, а какова ваша цель в работе? Цель более качественно обслуживать нашего покупателя угольческого или любого покупателя, который посещает наши магазины, чтобы он мог прийти и купить то, что ему надо. И если у него случились какие-то проблемы, он опять же мог обратиться к нам, ему оказали опять же помощь. В свете новых рыночных отношений самое главное выжить. Что вы делаете для того, чтобы привлечь покупателя в свой магазин? Борьба за покупателя, она идет давно. Это изначально как существует рынок. То есть, если покупатель пришел к тебе, его там плохо обслужили или продали что-то, не то, что он хотел, навязчиво ему как-то. Он больше к нам не придет. У нас с покупателями уже годами отложена система, по которой покупатель, который у нас купил товар и который товар ему понравился, он придет в следующий раз опять же к нам. И опять же купит у нас. У нас существует система скидок. То есть если покупатель один раз купил у нас уже товар, в следующий раз он приходит, предъявляет наш гарантийный талончик, и ему уже дается на следующий товар маленькая, но скидка. Вроде мелочь, но приятно. Так, Николай Викторович, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать начинающим предпринимателям? Нашим начинающим предпринимателям, кто только начинает, особенно молодые люди, рисковать, работать, готовиться, работать с утра до вечера, если надо. Никому не жаловаться, не ждать никакой помощи. Не ждать денег быстрых. Все, что деньги заработать, надо вложить следующее дело. Спасибо, Николай Викторович. Ну что ж, а вы сами решайте, быть или не быть предпринимателем. Yeah. 30 октября во Дворце культуры состоялся ежегодный, третий по счету, молодежный форум. И мы не смогли обойти это значимое событие. Как видите, третий форум собрал школьников, студентов и рабочую молодежь, которым не безразлична своя судьба, ведь им, как и вам, жить в этом городе. А, Дмитрий, что привело тебя сюда? Проблемы молодежи, как я думаю, и всех собравшихся здесь. До обсуждения проблем по нашему городу. То есть у вас у всех есть желание участвовать активно в жизни молодежи? Что-то делать для того, чтобы было лучше? Конечно. Нам нужно все-таки тоже брать себя в руки, то есть объединиться. Молодежи нужно объединение какое-нибудь создать. Вот. И из этого уже отталкиваться, организовывать какие-либо объединения, те же форумы. Для вас на данный момент какая важная проблема у вас вот именно перед вами сейчас стоит? Мы сейчас обсуждаем проблемы трудоустройства молодежи и студентов. Мы очень заинтересованы в том, что у нас выходят очень хорошие кадры из наших учебных заведений, и нет работы для них, для этих кадров. И мы хотим эту проблему немного решить, и мы надеемся, что нам поможет наше управление и наше государство. Сергей Николаевич, какие цели вы преследовали, создавая третий молодежный форум? Управление культуры на русском агентство молодежи. И наши специалисты, в принципе, определенных целей конкретных не ставили. Цель одна. У нас работает программа «Молодежь». И каждый год при проведении того или иного форума или той или иной деловой игры мы стараемся отследить движение и выполнение того или иного направления. То есть, в принципе, задача сегодняшнего форума – определение приоритетов и реализации нашей программы «Молодежь». Ну и, конечно, когда дают основную задачу, у нас все вы знаете, что у нас работает «Молодежь». Прошел год,
кто-то не может быть поступить в учебное заведение, кто-то остался здесь. Это цель обновления Совета молодежи. А Сергей Николаевич, довольны ли вы форумом? Да, я доволен тем, что при проведении каждого форума, и в том числе этого, появляются новые звездочки, инициативные молодые люди. Что хотел бы отметить, на этом форуме присутствует помимо самых молодых людей, это представители школ и средних учебных заведений, также откликнулся наш призыв и представители рабочей молодежи. Это и часовой завод, и Углишмаш, и представители некоторых других небольших фирм. А доволен, да, конечно, доволен. Были интересные проекты, тем более сейчас это уже происходит обсуждение, есть интересные проекты, есть интересные идеи, есть люди, которые хотят работать не за деньги, не за что-то, предлагают конкретно свои условия, и мы вот организаторы этого форума, этого мероприятия очень довольны. Сейчас мы находимся в читальном зале библиотеки имени Старостина. На мой взгляд, это самое подходящее место для встречи с Ильей Антоновым, поэтом-любителем. Здравствуйте. Илья, я знаю, что в твоих стихотворениях звучит тема «Малой Родины». Какое место она занимает в твоем творчестве? Я считаю, что гражданственность является неотъемлемой частью нашей жизни, но в моих стихах оно не на первом, конечно, плане. Хотелось бы главное раскрыть мысль вот этой гражданственности, патриотизма. Но, по мнению окружающих, любителей, литераторов, у меня больше в стихах какая-то философская какая-то струна, и я больше рассуждаю, чем вот описываю, каким нужно быть гражданином, какая гражданственность, по сути, вот должна быть. Вот так вот. Муки творчества. Тебе знакомо это состояние? Да, конечно. Бывают моменты, ну, какое-то наитие случается, и буквально вот рифма прямо льется, под руками нету ни бумаги, там, ни карандаша, ни ручки. Хочется что-то записать, что-то даже проговаривается, там целое впечатление, знаю, ну, поэмы, там, поэмы громко сказано. Да, бывает все такое, но мне кажется, с возрастом опыт какой-то бывает, рифмы там или что-то. Даже вот можно, допустим, если кто-то скажет тему, можно на тему даже что-то сочинить. Вот я вот так бы сказал бы. Вот ты упомянул возраст. Мне интересно, со скольки лет ты пишешь свои стихи? Я пишу с 96 года, мне было 16 лет. Странные какие-то обстоятельства были. Мне в руки попалась кассета группы «Нирвана». И вот какой-то перелом произошел в душе. И вот по примеру, как вот писал свои произведения, ну не произведения, песни, тексты песен Курт Кобейн, Курт Дональд Кобейн. Также вот по примеру я пытался играть на гитаре, сочинять песни, и также какие-то тексты начал набрасывать. И как ты смотришь на свои ранние стихотворения? Ну, ранние они, ну, допустим, первое стихотворение называется «Оранжевый флажок в зеленую крапинку». Ну, комичные какие-то, ведь смысл, вот, опять же, вот, под тематику вот этой музыки писалось. Это ведь с издевкой такие песни-то были. Ну, я с юмором смотрю, по большей степени, на свои ранние произведения. Но тебе не нравится до сих пор? Ну да, можно, да, иногда перечитывается, конечно, нравится, да. А у тебя бывает ли такое, что, ну, недоволен своими стихами? Да, естественно, некоторые стихи даже не то, что там выбрасывались, даже я пытался сжигать, ну, просто недоволен был. Некоторые стихи появлялись, вот, допустим, сейчас есть стихотворение такое, более-менее длинненькое, было раньше 2-3 куска, все выбрасывалось, переписывалось, ну, вот так вот более-менее. Мне кажется, что люди, пишущие стихи, неординарны по своей натуре. Они не любят однообразной работы, ищут какие-то новые ищут новые какие-то ощущения, новые чувства, чтобы перенести их на бумагу. Безусловно. Некоторые люди не то чтобы неординарны. Мне кажется, все люди искусства, не обязательно поэты, писатели, художники, музыканты, все с какими-то со странностями, все, без исключения.
у всех какие-то неурядицы в семье бывают. Некоторые, допустим, могут применять что-то там на свое искусство. Некоторые пишут прямо вот из жизни, закрывая смыслом фраз вот свою действительность. Ну, у меня, да, есть какие-то странности, но многие меня не понимают, но что же делать? Будем писать стихи. За окнами осень – это удивительная пора. Во все времена она навевала на знаменитых поэтов такое настроение, когда у них рождались прекрасные строки о любви. Ну, мне еще пока далеко до знаменитости, конечно. Ну, прочитаю вот так вот, вот такое вот стихотворение. Называется «Нервы, черегрёзы и любовь». Весь вечер кругом идет голова, и я, не стесняясь, смотрю на нее, а ведь похоже, что она права, я просто без ума от нее. Она твердит мне, что я сумасшедший, когда целую ноги я ей, и тогда вспоминаю, что год прошедший для меня не прошел без потерь. Беру ее на руки, прижимая к себе, видя любовь, я медленно сгораю. Чувствую, что ее тянет ко мне. Хочу, хочу, и сразу в рай попадаю. Но сейчас вопрос от нашего героя. Дорогие телезрители, я бы хотел задать вопрос, в каком году Антон Павлович Чехов написал рассказ «Толстый и тонкий»? Со своими ответами приходите к нам в программу «Лестница». Первые, сообщившие нам правильный ответ, получат приз от часового завода «Чайка». Но сейчас о самом приятном. Мы подведем итоги нашего конкурса. Если помните, в прошлой передаче мы просили вас сообщить о том, где же родина такого цветка, как ципирус, и в каких условиях он произрастает. Хочу сразу отметить, что нас смотрит не только молодежь. В адрес нашей лестницы пришло много писем. Ну а мне бы хотелось бы отметить Беликову Римму Павловну и Белову Светлану Юрьевну. Но первая к нам дозвонилась на передачу Инна Рудольфовна Епишина. Инна Рудольфовна, перед тем, как вы получите свой подарок, мини-допрос. Скажите, пожалуйста, где же родина цветка ципирус и в каких условиях он там растет? Ципирус к нам был завезен с острова Мадагаскар. И растет он там вблизи водоемов. То есть он очень любит влагу, этот цветок. Инна Рудольфовна, и теперь по праву эти часы принадлежат вам. И вам большое спасибо. Ну а ты, дорогой телезритель, если хочешь обзавестись новыми часиками, то смотри нашу программу и участвуй в конкурсах. Вот оно, преддверие КВН. Зал полный до отказа, шумные голоса и множество улыбок. Занавес открывается. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые поклонники клуба «Веселых и находчивых». Четыре команды на протяжении нескольких часов боролись за право быть самыми веселыми и находчивыми. Крутые перцы. Вот и моя команда. Серега. Сергей. Серега. И мы сейчас вместе все расскажем вам сказочку. Молодая чайка. Бомба. Давайте поедем в Париж. Залезем на Эйфелеву башню. И крикнем во все горло. Француженки, дурами картавые. Убойная сила. Кефиру мне, кефиру. Но не успели мы оглянуться, как наступило время подведения итогов. И вновь первой стала непобедимая команда ЦВР «Бомба». Уже давным-давно мир стала поглощать болезнь татуировки и пирсинга. Не обошла эта болезнь и наш город. Сегодня у нас в гостях люди, испытавшие это на себе. Маус. Фэт. Митяй. Сразу первая просьба – оголить места художества. Способ самовыражения, какого-то угрожающий эффект или что?
Почему? Нам просто это нравится, а некоторым это не нравится. Ну, есть простые люди. Мы просто почему? Одеваются так. Мы одеваемся по-другому и вот паркалом. Это способ не быть такими, как все, это способ да, выделяться. Да, из толпы быть другим, отличаться от всех. А это ведь модно только сегодня, а завтра все уйдет. Ну. Мне кажется, тут татуировки, они уже, блин, я не знаю, там. С раннего этого там, блин, с древности и до сих пор, и там будет так еще и продолжаться там. Ну, уже, наверное, технологии какие-нибудь другие будут производить на теле. Татуировка имеет долгую интересную историю, в которой чередуются периоды взлетов и падений. Издавна она считается синонимом таинственности, принадлежит к числу наиболее спорных способов украшения человеческого тела. Негативно ассоциируется с фольклором преступного мира, идет в противоположность с общепризнанными артистическими высказываниями, как изобразительное искусство, рисунок, графика, скульптура. Несмотря на это, многие известные личности не только украшали свое тело татуировками, но и сами создавали пластические шедевры, украшая кожу пожизненным рисунком. Вот почему татуировка является выражением определенной эстетической и нравственной культуры. Целью татуировщика является создание на человеческом теле определенного визуального выражения с помощью пластических знаков, надписей и композиций, которые он создает путем механического введения красителя в человеческую кожу после предварительного ее накалывания, либо реже надреза или выцарапывания. А как к вашему новшеству отнеслись родители? Нормально, привыкли уже. Ну, это было с их согласия и разрешение сделано или нет? Нет. Ну, не знаю. Покричала маленько. А окружающие, друзья? Да, друзья нормально относятся. Ну да. Только вот окружающие что-то помнят. В смысле? Ну, в прямом. Мне нравится. Да, нравится. А реакция учителей в школе? Несгабулга нет. Пирсинг. Так называется направление моды, при котором человеческая кожа прокалывается предметами украшений самых разных вариантов. При пирсинге с помощью различных вспомогательных средств прокалывается кожа, ткани или хрящи, чтобы вдеть в отверстия кольца, мелкие пуговицы, палочки или другие предметы украшений. Каким бы необычным ни казался этот вид украшений, у пирсинга имеется довольно древняя история. В Древнем Египте на пупке верхний слой населения носил кольцо королей, а солдаты Цезаря должны были прокалывать соски, чтобы иметь возможность прикреплять к ним свои туники. В рамках движения панков и культа бедности 70-х годов прошлого столетия пирсинг был открыт в западных странах. Вначале в этот совершенно личный аксессуар влюбилась высокая мода. В последние же годы пирсинг перестал быть редкостью. Человек, украшенный пирсингом, это такое же привычное явление, как макияж на лице женщины. Нужно как-то ухаживать, как, ну, сковывать себя, сам скажем, в чем-то или нет. И не мешает висеть, и пусть висит. Да, уже привыкли. Поначалу было неудобно. А, ну, потом нужно протирать, что делать? Да, это нужно следить за ней. То есть не все так... Красота требует жертв. Да. Пирсинг и тату – это красиво и модно. Но до принятия окончательного решения следует ознакомиться также с возможным риском для здоровья, так как с ростом популярности украшения частей тела, к сожалению, увеличилось количество физических недомоганий, связанных с непрофессиональной работой. Поэтому, принимая решение, надо обращаться к опытному мастеру и ни в коем случае не доверять себя дилетантам, так как осложнения, которые могут возникнуть при нанесении тату или прокола непрофессионалам, могут привести к тяжелым последствиям для здоровья.